Сколько лет исполнилось Рубину в этом году? 60 вроде, точно не помню. 65. Основные цвета клуба? Рубиновый, зеленый, красно-бордовый даже есть. На каком месте сейчас располагаются казанцы? На втором. Кто сейчас главный тренер Рубина? Сложная фамилия, не выговорю случайно. Рашид Рахимов. Лучший бомбардир казанцев в этом сезоне? Лисакович. Кто сейчас основной вратарь Рубина? Дюпин. Сколько раз Рубин был чемпионом России? Раза 3-4, может. 2. Рубин обыгрывал Барселону на Камп Ноу со счетом 2-1. Назови авторов голов в составе казанцев. Карденис есть? Да. Да. Может быть, Домингес. Рязанцев. Бывший главный тренер Рубина Курбан Бердыев во время матчей всегда держал в руках один атрибут. Что это было? Четки. Верно. И последний вопрос. Назови двух игроков Рубина, которые ранее выступали за СК Хабаровск. Дюпин. Второго не назову. Дмитрий Кабутов. Кабут. Неплохо. Спасибо.